Сыр «Валенса», который производит Ольга Кошелева из Чувашии, завоевал гран-при в конкурсе «Лучший сыр России». Всего было представлено почти 500 образцов продуктов от сыроваров страны. Оценивали их 50 экспертов молочной отрасли из России, Швейцарии, Франции и Италии. «Валенса» – это мягкий сыр из козьего молока. Всего Ольга Кошелева производит более 15 видов и даже конфеты из крафтового сыра. В каждый сыр вкладываем душу, сердце и относимся вообще как к ребенку. Я всегда сравниваю вот этот уход за сырами как уход за детьми, потому что они требуют и ласки, и их нужно и протереть, и погладить, и сушить, и выгулять их, и постилочки, пеленочки, я называю их, поменять. И, в общем, ну, реально, когда вот с душой относишься к этому, так и сыр тебе же отвечает тем же, своим вкусным вкусом.